вами сольфик-пианист. Сегодня мы разучим с вами пьесу, которая называется «Про Ваню». Работа будет состоять из трех этапов. Первый – с названием нот вслух. Второй – с прочтением ритма. И третий – со словами. Прежде чем начать первый этап, хочу напомнить, что короткие ноты мы с вами читаем до, ми и так далее, а длинные – ре, э, с пульсацией. И еще один момент. В конце строчки у нас стоит знак реприза. Реприза – это знак повторения. Соответственно, всю эту строчку мы с вами будем должны сыграть два раза. Итак, приступим. Слушаем пустые такты, готовим ладошки и хлопаем с названием нот вслух. Очень хорошо. А теперь я предлагаю сыграть с названием нот правой рукой. Слушаем пустые такты и играем. Хорошо. И все то же я предлагаю сыграть левой рукой. Слушаем пустые такты. Замечательно. А теперь я предлагаю перейти ко второму этапу. Короткие ноты мы с вами будем читать та, та, а длинные в два раза длиннее та. Итак, слушаем пустые такты, готовим ладошки и хлопаем. Замечательно. А теперь сыграем правой рукой.
Очень хорошо. И сейчас мы то же самое с вами сыграем левой рукой. Слушаем пустые такты и играем. Замечательно. И переходим с вами к третьему этапу со словами. Слова у нас следующие. Ваня, Ваня, простота. Купил лошадь без хвоста. Сел он задом наперед и поехал в огород. Слушаем пустые такты, готовим ладошки и поем и хлопаем со словами. Замечательно. А теперь мы с вами сыграем правой рукой и будем петь со словами. Слушаем пустые такты и готовим руку. То же самое повторим левой рукой. Слушаем пустые такты и играем. Такая смешная песенка у нас с вами получилась. Для уверенности повторяйте ее каждый день. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, делитесь ссылкой с друзьями, а также пишите в комментариях заявки, пожелания на те пьесы, которые вы хотели бы разучить. С вами был Сольфик-пианист. До новых встреч!